Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Вот такой новогодний набор чая на один. Сегодня я приобрел в магазине. Вот такие тут снеговики, Деды Морозы, пингвинчики и олени нарисованы. Также несколько елочек. Вот такие вот картиночки. Давайте посмотрим, какие же у нас тут чайные пакетики внутри. Сейчас откроем его и посмотрим. Все очень хорошо заклеено, просто так не достать. Итак, первый у нас, пакетики у нас креплены зачем-то степлером. Очень странно. Впервые я такое встречаю. Это может быть, чтобы они не разлетались по упаковке. Вот такого я еще не видел. Итак, первый пакетик — это у нас Надин зеленая Сенча. И тут на просвет виден обычный ярлычок Надин. Думаю, нет смысла открывать, чтобы посмотреть, какие же там ярлычки. Дальше у нас Надин зеленый чай с мятой. Радует то, что это набор, значит, целых 6 пакетиков пойдет в коллекцию сразу. Не очень хорошо пакетик у нас, видите, закрыт, запаян как-то неровно, так что его можно будет открыть вот здесь, достать оттуда пакетик. Ага, вот здесь кверху уже хорошо запаян, но пакетик мы все равно достанем. Это у нас Надин английский завтрак, классическая смесь цейлонского, кенийского и китайского черного чая. И посмотрим, вот как я и говорил, обычный ярлычок у нас внутри. Давайте посмотрим остальные пакетики. Следующий пакетик — весенний цветок, зеленый чай с ароматом клубники и маракуйи. Дальше у нас цейлонский диване, черный цейлонский чай. И последний у нас будет пакетик — это чай молочный улун, китайский. Вот такой вот. Как я уже сказал, очень хорошо, что это целый набор из 6 пакетиков. Очень хорошо наборы у нас уходят в обмены в Европу. Поэтому, я думаю, достаточно просто я обменяю его на какие-нибудь нужные для моей коллекции пакетики. Но если даже не обменяю, они просто дополнят мой обменный фонд, который периодически расширяется при покупках. Ну и очень часто при моих обменах, достаточно крупных в последнее время, он уменьшается в количестве. Вот. Так что отличные пакетики для коллекции. Обязательно попробуем зеленые чаи, которые в данном наборе есть. Ну, и будем надеяться, что все-таки мы с этого набора сможем очень хорошо обменяться и получить что-то для себя. Вот такой сегодня небольшой обзор новогоднего ассорти от чая Надин. 6 новых пакетиков, старые ярлычки. И надеюсь, будут хорошие обмены с них. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и до новых видео.